Сегодня на нашем канале в новой программе Сергея Шолохова «Удивительные люди» уникальный мальчик. Итак, Сергей Шолохов и Петр. А теперь, дорогие друзья, позвольте вам представить нашего нового героя. Это Петр. Пока все его предсказания, в отличие от Павла Глобы, сбывались. Петр, какое ваше новое предсказание? Эта планета, она вне нашей системы. Она очень большая. На ней есть вода и жизнь. А еще на ней есть счастье. Ну вот еще. Лиля! Будь моей женой! Ну пусть не дай меня, ты что, с ума сошел? Слезай! Выходи на меня замуж! Да! Я ничего не слышу! Мы говорим да! Коля выпил до дна. Завтра будет война, отпевая весну. Сын ушел на войну, ночь над нами как чай, чайкой в небе печаль. Ты не отвечай. Здрасте. Пихтовое масло есть? 34. Вдруг музыка гремит, как собра гранит. Все открывают дверь. Спасибо. И мы въезжаем в дверь. Здравствуйте. Простите на секундочку. Пожалуйста, за 20 рублей свечку. Спасибо. Ой, извините.
душевный покой. Принять то, что я не в силах изменить. Может, изменить то, что могу. И мудрость отличить одно от другого. Да будет воля твоя, а не моя. Аминь. Сегодня женский день. Я вроде на женщину не похож. А вы на третий? На четвертый. Ходят тут. Здорово, Сережа. Много? Да нет, трое. Один уходит уже, пиво допьет свое и пойдет. Бандит еще. Ты знаешь его. Угу. А четвертый есть у вас? Чердак там. Угу. Простоньки, дай, пожалуйста. О, музыкант! Здорово! Я знал, что ты придешь. Давай сюда. Ты что такой мрачный? Жизнь! Какая у тебя жизнь, доходяга? Вот у меня жизнь. Я сегодня ночью четырех негодяев завалил. Потом в церковь сходил, исповедался, причастился. Теперь вот в бане сижу. Ну что, пойдем? Много не лей. Да знаю я, сколько лей. Иди лучше поддай. Здорово. Зачем ты рассказал мне про людей, которых ты убил? Пихтовое масло. Уже не поджигает. Можно подняться. Сережу позови, пусть тебя попарит.
ты не ответил. Да ты не грузись. Это мои дела. Пойдем лучше пиво выпьем. У меня вобла есть классная. Я тебе про колокольню счастья расскажу. Отец Рафаил, что исповедовал меня, сказал, что где-то между Питером и Угличем есть колокольня счастья. Там произошло какое-то сильнейшее электромагнитное излучение. И все погибло. Сань, принеси еще парочку. Он сказал, территория там небольшая, но там уже много лет зима. Ядерная зима. Чудовищная радиация. Угу. А в центре колокольня. Она людей забирает. Но, говорят, не всех. Попробуй, сказал он. А у меня вобла классная есть. Может, возьмут. Мы с Матвеем решили поехать. А вдруг и правда счастье там? Правда, Рафаил сказал, что оттуда еще никто не возвращался. Может, взяли всех, а? Я тоже хочу. Я что-то слышал, но официально про это не говорили. Это что-то наподобие Чернобыля? Да не совсем. Хотя радиация там зашкаливает. Все, кто там жили, умерли сразу. Хотя даже взрыва не было. Музыку поставь. Твоя? Какая разница? А как ты узнал, что там колокольное счастье, если все умерли? Ну нахера тёлкам права дают, а? Да еду, еду, уроды! А всё-таки? Матвея надо забрать. Отец Алексий в церкви проповедь читал. Как вдруг что-то зашумело, и люди стали улетать. Ну, летели люди. А дальше что? Гонишь ты чего-то? А как ты это узнал? Приехали. Будем друга выручать. Матвея от алкоголизма лечит. Насильно. Он бросать бухать не хотел. Жена сдала. Теперь он на принудительном. Поможешь мне? Возьмем тебя. Мужчины, вы куда? Здравствуйте. Здравствуйте. Нам бы товарища навестить. Как фамилия? Матвеев. Матвеев, 4-й бокс. Пройдите во двор направо.
Спасибо. До свидания. Спокойно, лейтенант. Мне подозреваемого допросить. Да, товарищ майор, проходите. Здравствуйте. Не могли бы нас оставить? Мне подозреваемого допросить. Сейчас, секунду. А я тебя в палате ищу. Давай, Матвей, прикид в пакете. Одевайся быстро, времени мало. Пошли. Не, братуха, я не пойду. Ты чего, тачка стоит, все на лыжах? Что-то влом, братан. Товарищ майор, процедуры. Потом продолжите допрос. Пол 150 миллиграмм. Так, открываем рот. Загубничек за зубы. Зажимаем. Хорошо. Сейчас будете засыпать. Дышите поглубже, не разговаривайте. Одна к другой прилипли. Чтобы зубы изо рта не выпали. Ресницы связал, чтобы не вывалились глаза. Из окна навеки железный гон. Раз уж руку вспомнит, придет сама. Взял, одел, пошел и сошел с ума. Всех сторон. Я иду, дышу, я иду, дышу, я иду, дым. В голове на ходу образовываются ходы. Замотал, запутал, залепил, завязал. Зацепился в последнее, чтобы не падал. Халат сними. Луга! Луга! Ответь 512-му! На приеме, Луга. Нападение! На 512-й пост! Украли больного! Ранен санитар! Себя любит.
Здравствуйте, старший лейтенант Павлов, ГИБДД. Документы приготовьте. Командир, у полковника на даче инсульт. Мы ему врача везем. Счастливого пути, товарищ майор. Купи бухла мне, у меня бабок нету. Да не вопрос. Твои? Отца Алексея не взяли. И еще четверых. Но они вышли из церкви, из территории. Через 4 дня отец Алексей умер. Там радиация, дрова. Про других отец Рафаэл мне ничего не говорил. Наверное, не знал просто. Но я думаю, они тоже. Рафаэл в палате с Алексеем сидел до последнего дня. И тот ему все рассказал. Это не исповедь была, а так, рассказ. Поэтому я и знаю. Он мне все рассказал. Я не знаю, почему. Я думаю, фуфло все это. Но мне теперь по барабану. Только надо заехать и вещей теплых взять. Холодно там. Я еще батю возьму. Батю?
Здесь, постой. Юра. Пошли. Прыгала, она йогала, жидкого нога.
бане пиво кончилось. Я знал, там ларек есть рядом. Вышел в одной простыне, пиво, говорю, мне. А Хачик перед моим носом поставил табличку «Закрыто». Я ночью кран подогнал, поднял ларек и все пиво забрал. А ты откуда кран-то взял? Ты что, дурак? Краны везде стояли. А ты что, на кране умеешь? Я в армии танкистом был. А у меня в бане тоже история была. Я пацанов ждал. Парилку сделал, веники замочил, а их нет. Я взял со старого сухого веника листья, у банщика газету. Сделал 4 косяка. Но они пришли, мы попарились, пиво попили. Я говорю, пацаны, может, дунем? Ясно, что они согласились. Они передавали их по кругу, кайфовали. Выкурили все косяки, балдели страшно. А я в армии радистом был. И чё? Ничего. Да, я лучше кондицию включу. Я давно бухаю. Был у меня период, я в актрису влюбился. Она сказала, будешь пить, я уйду. Я держался месяца два. Потом не смог. Она ушла. Я не могу не менять состояние. Мне скучно. Это интересно, когда хорошо, потом плохо, потом опять хорошо. Куда тебе? Да мне все равно. Надо взять. Надо взять. Ладно, садись. Куда? За счастье. Я тоже хочу. А
А ты кто? Я Люба. Любовь Андреевна. Любовь, значит? А делаешь что? А то и делаю. Проститутка я. Туловищем торгую. Папа спился и умер. Маму кормить как-то надо. Дай мне. Дай. Я не люблю пить. Но с этими уродами по-другому никак нельзя. Я по вызову работаю. Вернее, работала. Меня сутенер кинул. Да я, собственно, и не хочу. Я ведь все-таки университет закончила. Маму только жалко. Больная она совсем. Ты что, ей давал? Нет. А то я с проститутками с горла не пил. Мне дай. Ты за рулем. А какой факультет? Философский. Только там работы нет. Легче жопу подставлять. А ко мне однажды тоже пидор подкатил. Так я его убил. Пришли мы однажды к знакомым ментам вопросы порешать. Их спецрота на второй Красноармейской находится. Рядом клуб какой-то. Решили там перетереть. Полковник со мной был, матерый такой, щеки на погонах. Он, сука, знал, что это клуб 69. Зашли и сели. Я смотрю, на стенках картинки пидорские. Официанты подмигивают. Я ему говорю: слышь, земляк, пойдем отсюда. А он мне: да ладно, давай посидим, выпьем. Я встал и на выход. В дверях меня официант догоняет. Визитку с телефоном сует. Сука. И сладко улыбается. Я достал пистолет и убил его. А потом в зал вернулся и полковника убил. Там одна дорога. Рафаил говорил, от Питера налево. Дай мне еще. Нет больше. Всех пускать и предупреждать.
Может, заберут вас? Может быть, нет. Ну так, чтобы ты знал. Я понял. Выгружайся. Ты чего? Женщин не берут. Если берут, только голод. А там, видишь, зима. Ну давай быстрее. Все хотят. Я тоже хочу! Надо в объезд. А почему они все головой в одну сторону лежат? От колокольни идут. Да, конечно, не люди. Полголовы нет, полголовы я. Он говорит мне, он говорит я. Я говорю да, он говорит нет. Полголовы я, полголовы свет. Тебе куда? Счастье. Ты это, что-то как-то не одет. Садись, подвезем. А я тебя по телевизору видел. Тебя возьмут. А меня? Тебя не возьмут. Ну ты даешь. Тебя могут, но ты не пойдешь.
А батю? Его бы взяли, но он не дойдет. Я уйду. Ты чего? Там магазин. А ты как знаешь? Я все знаю. Пальто возьми. И без топлива скользко. Вот козел. Не трогай его. Да понял я. Юра.
Водка плохая. Но выбора нет. И стаканов у них только два. Алкоголь понижает уровень радиации в крови. А ты о чем знаешь? Говорят. А ты что наезжаешь? Опа. Холодно? Да не так, чтобы очень. Ты чего разделась-то? Ведь я же пошутил. А я не шутил, когда сказала, что счастья хочу. Погоди-ка. Извини, братан. Тебе уже не надо. Ему все равно уже не нужно. У меня в машине рыба классная есть. Мне сутенер денег должен много. Не отдает и отпускать не хочет. А я счастье хочу. Прямо сейчас. А куда тебе деньги? Все равно помирать всем через год. Не скажи. Деньги всегда нужны. Вот знал бы я тебя раньше, твой сутенер давно бы уже все отдал. Даже с процентами. Вот был у меня подельник. Он напарил меня на приличные бабки. Я ему говорю, отдай. А он упирается. Не брал, говорит я. Сука. Но мы с другом убивать его не стали. Подпоили колфелинчиком и в морг. Там раздели и привязали рядом со жмурами. Бирку на ногу еще повесили. И музыку поставили. Жалостную, классическую. А друг еще голос записал. Проникновенный такой, повторяющийся. Ну вот ты уже и с нами. Он в себя пришел, полночи проорал, сука, на следующий день все отдал. Да. Ты иди в машину, там еще тепло. Здесь ветер, еще простудишься.
Музыкант, песню спой. Я стоял на углу двух главных улиц, практически в полночь, и мысли за мной тянулись, как старая сволочь, преследуя тень мою, дыша в спину. Нелепо подошли ко мне мужчины, и с дружью в голосе, и в руках я в их глазах увидел страх. Каково же было мое удивление, что это всего лишь злое похмелье. Я дал им денег, чтоб не испытывали муки. Один из несчастных поцеловал мне руки. Плохо мне. Устал я. Гастроли, пиво, фады, бабы. А я счастья хочу. Но его нет. Я не знаю почему. А я знаю. Вот почему. У обезьян глаза круглые, а у японцев узкие. Почему ты сказал, что помирать через год? Ты про кумранские рукописи слышал? Про Нострадамуса слышал? Про пирамиды слышал? Слышал. Ну и что? А то, что все древние мировые культуры, связанные с космосом, говорят, что в декабре 2012 года нам всем пиздец. Ладно, слышал все это? Слышал, что был ледниковый период. Слышал, что все умерли, как динозавры. Слышал, что Земля умерла? Ну, слышал, и что? А то, что ты в Дарвина и обезьян веришь. Я в Бога верю. Ты Библию читал? Не всю. Но я тоже в Бога верю. Он все создал. И Землю, и небо. Но после мерзлоты, когда умерли динозавры, а потом прилетели они и заняли Земли. Черные взяли Африку, белые – Европу, монголоиды – Азию. Индейцы – Америку. И началось развитие так называемой цивилизации. В Египте построили пирамиды, которые до сих пор понять не могут. Индейцы построили пирамиды, которые тоже понять не могут. В Британии – каменную обсерваторию, Стоунхендж. И все, что сделали индусы, тоже связано с космосом. И все они говорят, что будет конец. Насмотрелся дурацких программ по телеку. Сам ты дурак. Потом деградировали они. Не смогли приспособиться к нашему климату. И теперь мы, точнее они, но уже дебилы в виде нас, друг друга расшифровываем. Плохо у тебя с головой, Матвей. Про Бога ты правильно сказал. Он затем и сына родил, что все в мире жили. Но не вышло у него ничего. Хотя знал он все. Кажется, там дедушка умер. Помоги. Вот и все.
Какой конец света? Папа умер. А счастья не увидел. Ладно, пошли, времени мало. Они назад шли. У тебя лопата есть? Да, саперка. Дай. Ты чё, идиот, идти надо. Дай. Топор дай. Мерзлота здесь. Все. Давай, пока. Ты чё, дурак, что ли? Ты же сам сказал, мерзлота здесь. Иди. Я с пацанами останусь. И с папой. Пришли.
Что-то я не понял. Че, не взяли? Вон тот лежит. Бегал, кричал. Я счастье хочу. Его друга, или кто он там ему, не знаю, взяли. А этого нет. Теперь вон лежит. Я счастье хочу. Да я тоже хочу. А ты кто? Я кинорежиссер, член Европейской киноакадемии. А ты кто? А я? А я просто бандит. Что-то плохое сделал? Да и не одно. А я не знаю, что. Но я счастье хочу. Я тоже хочу. Пойдем, я тебе церковь покажу. Может, оттуда возьмут. Помоги, я руку сломал. А мальчика взяли. Так он даже до колокольни не дошел. Вон там. Пойди, может, возьмут. Свечки с тех пор горят. Трубы одна к другой прилипли, чтобы зубы изо рта не выпали. А ты знаешь, после 9 класса я поехал в экспедицию рабочим. По озерам Челябинской области пробы лечебной грязи брали, и я грел там, и в глухом-глухом лесу нашли мертвое озеро. Оно черного цвета, там чудовищная концентрация соли. И я зашел и быстро вышел, а было тепло, и у меня ноги напротив Черного озера в белых ботинках. Тогда я понял, как я умру. Замотал, запутал, залепил, завязал. Вцепился в последнее, чтобы не падал. Я иду дышу, я иду дышу. Счастье хочу. Я иду дышу, я иду дышу, я иду ты. Голова, нога, голова, нога. Голова, нога, голова, нога.
я уже, похоже, не могу молчать. От молчания лопается кожа на плечах. Забываю знакомые имена. Я тоже хочу. Я тоже хочу! Превращаются в ощущения. Я тоже хочу! Я тоже хочу. Я тоже хочу.